А это Казанский вокзал. Именно здесь множество людей начинает покорять Москву. И именно здесь и заканчивает. Некоторые эти люди собираются в коллективы, как, например, вот этот. Давайте отойдем, не будем мешать их творчеству. Ае. 2012 от Рождества Христова. Здесь камызякские псы и заблудшая смоленская душа. Я никогда не плакал, но вчера заплакал. Я никогда не путал, но вчера попутал. Я думал, ты нормальная, а ты ненормальная. Лови, Москва, love story самую печальную. Расколола сердце пополам. История печальнее, чем Нотр-Дам. Для парень нет любви. Разбил счастье. Чем он думал раньше? Чем он думал раньше? А я работал охранником на парковке все лето. Спасибо торговому центру за это. Я получал немало, 3000 рублей. Богатство опьяняло количеством нулей. И я почувствовал, что здесь, в Москве, я что-то значу. Уже шикую, уже не забираю сдачу. А ты работала в ларьке, тебя я видел часто. И вот вчера пришел к тебе купить зубную пасту. И ты сказала мне: вы 2 рубля забыли. А я сказал: не надо. И мы влюбились. И мы поехали ко мне на окраину Урбана, типа смотреть вечернего Урганта. А утром ты исчезла, забрав мое сердце. А вместе с сердцем ты забрала самое дорогое. Далее по протоколу. Цепочку, часы, телек, DVD. Прикольные аудиозаписи. Диск с нашей Рашей, пол-литра простокваши, фигурную отвертку, плоскую, насадки к новой, карту мира, лед, соль, тмин, нож, жгут, жмых, лук, герб, тюль, пульт, мой молочный зуб, шкатулку для зуба, тубус, глобус, билет на автобус для волос, мусс, книгу, плакат с фигу, коробку Adidas, все пакеты! Изоленту, удлинитель с тройником, бантик с Мазерати, старые тетради, ферзя, цифру 7 в двери, решетку с вытяжки, сухую муху, обои, гимнастический диск. Раскололо сердце пополам. История печальнее, чем Нотр-Дам. Для Бори нет любви. Разбил счастье. Москва убила любовь. А я соучастник. А он соучастник. Да, он соучастник. Соучастник.